2018 год – это год веры, год поста, молитвы и поклонения. И сегодня очередной раздел Торы называется «Трума приношения». Перед созданием этот исход или шмот, 25-27 глава включительно. Начинается «Трума» — это приношение, вот, потому что перед созданием скиния, здесь будет говориться о скинии, Бог сказал «сделайте приношение мне». Золото, серебро, кожи, ткани, драгоценные камни. Короче говоря, все самое драгоценное, самое красивое несите для создания места, где я хочу общаться с вами. Вот. И, ну, я не об этом хочу говорить, хотя вроде бы время говорить, потому что мы как бы тоже переезжаем в новое здание, надо говорить о пожертвованиях, надо говорить о жертве. И я думаю, что у нас еще будет к этому время. Ну, я единственное только скажу о Божьем принципе. Ничего хорошего без жертв в этом мире не происходит. Есть высшая жертва, правильно, духовная, для того, чтобы мы были живы, имели будущность и надежду. Мы должны жертвовать своими жизнями, временем, силами, да? И необходимо жертвовать также и финансами, для того, чтобы, ну, и не только финансами, у кого-то, может, и золото есть, у кого-то, может, и бриллианты. В общем, для того, чтобы все доброе, оно происходило. Например, чтобы состоялось это собрание, кто-то пожертвовал финансы, кто-то временем, правильно? Здесь вот кто-то служил, кто-то слово приготовил и так далее. То есть везде, везде всегда есть жертва. Принимание, оно никогда не приносит ничего доброго. Ну, только толстеешь, может быть. Вот. А жертва, она всегда приносит доброе и в твою жизнь, и в жизнь общины, и вообще в жизнь этого мира. Вот. И я надеюсь, вот как завершу как бы этот разделчик, что мы будем жертвовать так, как жертвовали израильтяне в пустыне, потому что там прошло время, там несколько глав, и пришли служителя вот, к Моше, да, вот, и сказали: ты все же скажи народу, чтобы он уже не нес, уже столько уже принесли, что хватит вообще на две скинии. Вот. Я верю, что мы будем, ну, в определенной степени похожи на них. Кто-то скажет аминь? Слава Богу, значит, так и будет. Значит, сегодня вот с 25 главы и примерно до, не, примерно до 40 главы с перерывом на грех золотого тельца, только там небольшой перерыв, значит, ну, говорится о скинии. То есть около 15 глав Господь говорит о скинии, да? Вот, о том, как ее создавать. И если треть книги Шмот посвящена, скажем так, ну, такому сооружению достаточно небольшому, понимаете, вот, и там всего-то там было в пустыне там 25 на 50 метров, и сама скиния была 15 на 5, и высотой 5 метров, то есть всего-то там, в общем-то, не так, это не было таким каким-то величественным сооружением, но 15 глав Господь говорит о том месте, потому что скиния – это то место, где Он желал встречаться с ищущими Его, гарантированно встречаться, потому что с Богом, в принципе, была надежда у людей, что ты помолишься, да, и Он ответит тебе. Но здесь Он сказал, мы гарантированно будем встречаться на определенных условиях, потому что вся скиния, понимаете, она, все ее расположение, там, внутренности, они все говорили, все говорило о том, что приближение к Богу есть определенный путь, да? Одни ворота, вторые, третьи, жертвенник, значит, умывальник, да, там, внутренности, ковчег. То есть все оно говорило, что есть определенный путь приближения к Богу. И вот эти ворота, кстати, по преданию они назывались «путь, истина и жизнь». Ну, имеется в виду ворота во двор, да, потом в святой, потом в святая святых. И когда Иешуа говорил о том, что есть путь, истина и жизнь, то фарисеи, в принципе, понимали, о чем он говорил, и их типало от этого, понимаете. Вот, значит, то есть, еще раз говорю, все это тоже принцип, что приходящий к Богу, и создание скинии говорило о том, что приходящий к Богу, он должен понимать, что есть путь приближения к Богу, этот путь определяет не человек. Этот путь определяет кто? Бог.
Это основное откровение, которое должен получить каждый человек, который желает приблизиться к Богу. Потому что многие люди, они пытаются сами определять, да? Вот, они говорят, у меня Бог в сердце, он такой удобненький, хороший, мне позволяет там раз в году там, или пару раз в году приходить, там, что-то посвятить, я себя так хорошо чувствую и так далее, понимаете? Но это личное понимание, но это не есть истина. Истина в том, что Бог, Он сам определяет путь приближения к тебе. Искиния, она как раз говорила об этом. Но я хочу сегодня говорить о Скинии, ну конкретно об одной ее части. Вот смотрите, о чем я хочу говорить. Я сейчас вам прочитаю несколько стихов. Это 26 глава. Бог дает указание Моше. «Скинию же сделай из 10 покрывал, крученого весона, из голубой, пурпурной и черленой шерсти, и херувимов сделай из них искусную работу. Длина каждого покрывала 28 локтей, ширина каждого покрывала 4 локтя». Обратите внимание на цифры. 5 покрывал пусть будут соединены одно с другим, и другие 5 покрывал соединены одно с другим. Сделай к ним петли голубого цвета по краю первого покрывала, в конце соединяющего обе половины. Ну и так далее. 50 петель сделай у одного покрывала, и 50 петель сделай на краю покрывала, который соединяется с другим. Петли должны соответствовать одна другой. Ну то есть он говорит о том, что вот это деревянное сооружение, то есть которое называется скинией, да, оно из брусов состоит, там шестов, которые скрепляют все это, они должны быть покрыты, да, чем-то покрыты. И вот эти покрывала, он говорит, они должны соединяться между собой петелками и сделай 50 крючков золотых, и крючками соедини покрывало одно с другим, и будет скиния одно целое. Друзья, вот если мы соединим этими крючочками и петелками, да, значит, эти покрывала, и будет скиния одно целое. Я не знаю, как вас... Вот, может быть, да, и, кстати, вот все 15 глав, они так вот и говорятся. Какие шесты, какой толщины там вот эти вот брусья должны быть. Бога даже интересует, что вот эти покрывала. Он говорит, когда они свесятся, они вот так вот должны свешиваться. Друзья, создатель вселенной, тот, кто зажег миллиарды звезд. И он говорит, что есть место, вот если говорить о месте, если вы хотите встретиться со мной, то сделайте вот так, как я вам говорю. И 15 глав он говорит, вот глава за главой он говорит, как оно должно, из чего оно должно быть сделано и так далее. Я не думаю, что для Бога важно, знаете, вот это вот из какого материала, из дерева сетим там или из кедра там это было сделано, тут ковчег и так далее. Я просто верю, что Бог, Он обращает внимание именно на то, чтобы место встречи с Богом человек сооружал ответственно, да, и по его правилам, и по его желанию, как царь этого мира, как царь вселенной, да, всего на небе и на земле, как он этого хочет. Самая большая ошибка для верующего и неверующего, когда он начинает сам себе определять правила, сколько я хочу, как я там определяю. Вот у меня такое мнение, что мне там говорить? Я сам духовный, я священник, но мы же все священники, и мы себе сами определяем. Это очень неправильно. То, что делают служители здесь, всегда, они всегда стараются, чтобы верующие, да, то есть те, за которые мы дала ответственность, чтобы они понимали вот эти моменты, эти духовные принципы и правила. И, друзья, я сегодня буду говорить о петелках. Я буду сегодня говорить о крючочках, которые делают одно целое. Да. Значит, и значит, для начала мы давайте вспомним о том, что Павел, он говорил о том, что происходило в пустыне, ну, в том числе и Скиния, да, это было образы для нас. То есть это был образ, который, как бы, то есть это важно для тех людей, да, но что-то придет время и будет, ну, настоящее уже, да, настоящее, то, о чем Бог говорит. То есть образ это еще не настоящее, это еще как бы образ, да, это то, что свидетельствует о том, что будет. Вот. И понятно, что настоящее, как говорит Брит Хадаша, Новый Завет, это то, что было в Новом Завете, да. И смотрим, что есть, что в Новом Завете Господь говорит о Скинии, да. О Скинии. Иоанна 1,14. И слово стало плотью, обитало с нами, полное благодати и истины. Слово стало плотью, обитало. Обитало на греческом языке, значит, здесь употреблено слово скино. Скино – это переносной шатер или скиния. То есть здесь говорится о том, что Иешуа, он есть уже осуществление скинии, да? То есть то, о чем Бог показывал, образ скинии, который Бог показывал там в пустыне. То есть Иешуа есть скиния, это первая мысль. Итак, Иешуа стал выражением желания Бога обитать среди народа, да, и помогать народу теперь встречаться с ним.
Да? То есть Иешуа Скиния, в Иешуа только можно встретиться и иметь общение с Богом, и быть гарантированно услышанным. В другом... В другом месте смотрим. Не знаете ли вы, что тела ваши суть что? Храм, да? Храм, ну, условно говоря, скиния, да, живущего в вас Святого Духа. Это говорится каждому верующему. То есть это говорится о том, что мы, каждый из нас, он тоже в определенной степени есть скиния. И Господь, Он может, Бог Вселенной, может встречаться внутри нас, да, в нашем сердце, в нашем внутреннем человеке, может встречаться с нами. И сами, как камни живы, это другое место 1 Петра, и сами, как камни живы, устрояете себя дом духовный, священство святое. И в другом месте, это Ефесянам 2, он говорит, и вот этот дом духовный, имея в основании краеугольным камнем Иешуа Мессию, слагая строй, возрастает святый храм. То есть мы, община, тело Мессии, это тоже есть скиния. Да? И таким образом мы видим, что скиния – это есть тело Мессии, да? Это есть каждый из нас. Но я обращаю внимание, что ни в одном месте Бог не рассматривает каждого из нас отдельной скинией. Ну, типа, вот ты можешь отойти от тела Мессии, да, и я буду тебя рассматривать как скинию. Есть такие ереси, они бытуют, вот, и можно встретить и в Фейсбуке, и так далее, очень активно они продвигаются. Но, друзья, мы должны четко понимать, никогда, нигде, ни в одном месте Писания не рассматривается скиния человека, да, только в составе общей, скажем так, тела Мессии, только вот в соединении. Вот. Аминь. И теперь, ну, мы уже все ближе подходим к петелке, да, к петелкам, если неправильно, ну, к петлям, может быть, к петелькам, да, вот. Итак, что скрепляет скинию Нового Завета, да, вот мы есть тело Мессии, да, что скрепляет тело Мессии? Ну, петелки, ну, точно, понятно, какие-то, как назвать их, вот, принцип такой общий? Взаимно скрепляющие связи, нельзя пощупать что-то такое еще более конкретно. Хорошо. Одним словом можно? Ну, мы же все знаем, мы же духовные, мы все знаем. Друзья, любовь. Любовь, она скрепляет, это общий принцип, который скрепляет тело Мессии. Вот. Значит, какая любовь? Такая вот? Или такая? Как ее пощупать, эту любовь, понимаете? Ну, в общем, большая любовь, понятно. Вот, но я все-таки хочу конкретизировать. Знаете, я человек очень конкретный, вот, и я всегда стараюсь, вот, ну, как-то, чтобы пощупать можно было. И вы помните, что Иешуа, как бы, когда он говорил с Петром, да, он сказал: «Петр, ну ты любишь меня?» Он говорит: «Да, Господи, люблю». Что он сказал? «Люби меня еще крепче». Он сказал: «Действуй! Что-то делай, паси моих овец, да?» Вот. То есть мы видим, что любовь, она должна выражаться в каком-то действии. Да? То есть любовь взагали – это просто, ну, чувство. Понимаете? И каждый из нас может, как бы сказать, подумать: «Господи, люблю я тебя так?» «Люблю точно». Ну, каждый, я верю, что каждый скажет: «Ну, реально, мы его любим». Вот. Но Бог, значит, когда Он спрашивает тебя, там, кого-то, меня, да, Он говорит: «Ты любишь меня?» Я говорю: «Ну, да, люблю». «Да, что-то делай». Вот. Вот как это происходит. Ефесянам 4, у меня еще есть несколько минуточек, Ефесянам 4, там, где сказано о том, что он для тела Мессии дал служителей, которые должны служить людям для того, чтобы они все более и более возрастали своим характером в Иешуа Мессию, да, чтобы более и более были похожи на него. И написано: из которого, то есть из Иешуа Мессии, все тело, вот все мы, да, составляемое, совокупляемое посредством всяких взаимоскрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена получает превращение для созидания самого себя в любви. То есть мы здесь видим, что? Мы видим образ, да, что мы все имеем, не так, должны иметь. Вот. Я не люблю это слово «должны», но здесь вот, я люблю, знаете, когда оно из сердца, «должны», типа, вот ты должен. Вот. А здесь оно естественным образом получается. Мы имеем взаимно скрепляющие связи и открыты Господу, и каждый из нас, будучи отдельно скинией, да, и мы как тело, мы получаем приращение в любви и растем. Именно из него мы сами не можем генерировать любовь.
Друзья, если кто-то думает, что он может генерировать любовь, я вас хочу огорчить. Крайне испорчено сердце человеческое. Начиная с меня и заканчивая вами, понимаете? Мы из него только можем, приближаясь к нему, к Богу, мы можем преобразовывать свое сердце все более и более похоже, да? И получать это превращение. И отдавать можем друг другу. И если кто-то приходит и говорит, что в общине нет любви, то, значит, это немножко он что-то недополучил. Тот, кто хочет тот, кто получил любовь, он скажет: классно, в этой общине мало любви, я теперь знаю, кому отдавать ее, я сейчас буду эту любовь отдавать направо и налево. Вот. Итак, петельки и крючочки. То есть уже любовь конкретно. Что мы любим детей Божьих, узнаем из того, когда любим Бога и соблюдаем что? Заповеди Его. То есть, когда мы любим, мы соблюдаем заповеди. Аминь. Слава Богу. Ибо это есть, это другое место, сразу же после этого, это 1 Иоанна, 5 глава. Ибо это есть любовь к Богу, если мы соблюдаем что? Заповеди Его. Вот оно, что скрепляет. Друзья, вот петелки, да? Вот золотые крючочки, которые скрепляют тело Мессии и делают его каким? Цельным. Целым его дело. Только это делает цель. И при том, заповеди, опять же, не те, которые мы там себе там определяем. Те заповеди, которые по всему слову проходят. Понимаете, от начала вот мы изучаем Тору, мы изучаем заповеди. Потом Ишуа нам говорил, да, Иоанн нам говорил, Петр и Павел там заканчивают всегда заповедям. Конкретно как, каким образом, я об этом говорю. Понимаете, друзья, я не буду сейчас об этом, ну, как бы рассматривать. Я надеюсь, все-таки вы люди достаточно взрослые в духовном плане. Заповеди конкретно. Вот. Если, допустим, любить друг друга, значит, ну, будьте сострадательны, милосердны, дружелюбны, смиренно мудры. Удерживая язык свой, это я читаю там конкретно. От зла, да? Будьте странолюбивы, тоже заповедь, да? Вот меня особенно вот это трогает. Я когда читаю, я понимаю, что мне еще расти и расти. Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью. Ну, кто-то понимает, о чем здесь Господь говорит? Не просто любить, а с нежностью. Дальше, с почтительностью предупреждайте. Ну, я не знаю, но здесь такая глубина, понимаете, надо постоянно ее вычерпывать, эту глубину, чтобы понять, как это, с какой почтительностью, с какой нежностью там и так далее, да? Вот, вот таким образом, друзья, значит, это как бы то, что Господь хочет для нас. И по большому счету, смотрите, если мы говорим о любви, вернее, так, о приближении к Богу на основе мешкана, да, значит, в конце концов, в Святая Святых что там находилось? Ковчег? А что в ковчеге было? Друзья, это было потом. Жезл, это было потом. А поначалу там были что? Заповеди. То есть он говорит, если вы найдете меня, прежде всего вы найдете меня в заповедях, понимаете? Вот в чем. Ишуа сказал: любите меня, исполняйте что? Заповеди мои. Ну, в этом будет любовь. Ну, и мне могут сказать: Сергей, что ты опять закон толкаешь здесь и так далее. А где же благодать? Мы же по благодати типа живем, да? Я хочу сказать, друзья, где благодать. А благодать для того, чтобы мы заповеди исполняли. И вы знаете, и не просто исполняли, а как в 118-м псалме Давид говорил: я это, заповеди твои, там уставы он говорит, это заповеди, они были, говорит, песнями на путях моих. Вот так вот, чтобы мы радовались этому, да? Да благословит нас Господь. 2018 год – это год веры, год поста, молитвы и поклонения.